Игроки и тренерский штаб Архангельского «Водника» сегодня вылетели в Ульяновск, где уже 1 августа стартует Кубок России по хоккею с мячом в западной группе. Первый матч-турнир наша команда проведет только 4 августа против кировской родины. До этого коллектив Ильяса Хандаева будет тренироваться на большом льду «Волгоспорт-арены». Напомним, Кубок России в этом году начинается на месяц раньше из-за проведения в октябре чемпионата мира по хоккею с мячом в Иркутске, куда, кстати, собирается приехать президент страны Владимир Путин. Приедет ли глава государства на Кубок мира среди ветеранов, никто не знает. Зато известно, что эти состязания пройдут в Архангельске. Таково решение Международной федерации этого вида спорта. Турнир ветеранов «Областная столица» примет в марте 2022 года.